В рамках внезапной проверки боеготовности поднята по тревоге та ракетная бригада, на вооружении которой находятся ракетные комплексы «Искандер-М». Военнослужащие приступили к выполнению учебно-боевых задач. В ходе проверки командование оценит выполнение нормативов маршевой подготовки, слаженность действий расчетов, способность оперативно решать поставленные задачи. Мероприятия будут продолжаться, пока соединение не выполнит все нормативы, не отработает весь алгоритм действий. Проверка закончится на этой неделе.